Память хранится не в словах, а в делах, так можно сказать про государственного и общественного деятеля Даржана Имангалиева. Он еще при жизни, можно сказать, воздвиг себе памятник. В его случае это всевозможные объекты, которые он строил даже в кризисные годы. На одном из таких зданий, в котором находится Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, открыли в его честь мемориальную доску. На церемонии открытия доски присутствовали коллеги, друзья и ученики Даржана Имангалиева. Они делились своими воспоминаниями об этой личности с большой буквы. Для каждого из них Даржан Тлешевич был ярким примером человека и гражданина. Когда в нулевые годы я работал в Народном банке, мы впервые с ним встретились в этом офисе, познакомились. Я получил от него большой опыт. Он действительно много сделал на благо своей страны и народа. Вместе с тем он всегда болел душой за своих близких, друзей, поэтому мы сегодня очень рады, что открывается мемориальная доска в его честь. Жизненный и трудовой путь Даржана Имангалиева был тернист. Он познал, что такое работа, еще будучи совсем юным 13-летним мальчишкой. Жесткие и голодные послевоенные годы закалили его характер. Это помогло Даржану Тлешевичу построить блестящую карьеру. Даже в кризисные годы он трудился на благо родного города, родной страны. Он без ничего открыл организацию, взял кредиты, построил вот это здание. Первое здание этого банка коммерческого к дню открытия тенге. Все получилось очень знаменательно. И этот человек, он работал, его жизнь, его работа была как образ жизни. Он любил жизнь, любил людей. К нему в приемной всегда была очередь из людей. Даржан Тлешевич за почти 70-летний труд еще при жизни был отмечен государственными наградами, в том числе и Ерен Енбегаушен, и за освоение целины. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тынышкалиев, Кулыбек Акрап, телеканал Ак Жайык.